Мусорная реформа коснулась каждого из жителей нашей области. Реформа породила немало вопросов о том, как и из чего сложилась именно такая стоимость услуги. Можно ли снизить тариф или уменьшить стоимость? Как оказалось, для этого необходимо в первую очередь, чтобы у людей была собственная контейнерная площадка с раздельным сбором отходов. Что еще нужно для того, чтобы отыграть хотя бы небольшую часть средств у рекоператора? Подробности снижения платы за мусор у наших коллег телеканала «Россия». Жители многоквартирных домов могут экономить на вывозе мусора. Правда, для этого необходимо будет сделать собственную контейнерную площадку с раздельным сбором отходов. Мы рекомендуем ограждать эту контейнерную площадку. И такие случаи у нас уже есть. И надо признаться, их много в городе Екатеринбурге. Я призываю жителей, чтобы было их еще больше, потому что это при правильном расставлении акцентов и правильного подбора документа это даст возможность экономии. Для таких площадок вывоз мусора будет производиться уже не по нормативам, а по факту. Это позволит существенно сэкономить на услуге. Данное нововведение сейчас тщательно прорабатывают в региональном министерстве ЖКХ. Его реализация будет проходить в течение нескольких лет. Кроме того, эксперты рекомендуют жителям отмежевывать земельный участок под контейнерную площадку из муниципальной собственности в частную. Это поможет уберечь ее от какой-либо застройки. Какие проблемы могут возникать по многоквартирным домам, да? Когда контейнерная площадка обслуживает несколько многоквартирных домов, особенно если каждый из них принадлежит своей управляющей компании, либо там, ТСЖ и управляющая компания. Здесь мы будем учитывать общее решение общего собрания жильцов.